Всем привет! Вы на канале Ника Шоу. С вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и другие крутые видосы. Итак, ребятки, сегодня экстренное включение, потому что вот буквально недавно был стрим разработчиков, и, если честно, я немножечко забыла, прям стрим прям из головы вылетело, а этот стрим был по версии 2.5, поэтому я прям сейчас ночью выпускаю видео с промокодами. Почему выпускаю видео ночью? Потому что эти промокодики работают только сутки после стрима, то есть они будут работать до 17.00. Открываем менюшечку ввода кодов, это у нас Escape, дальше настройки, и у нас есть учетные записи, здесь есть промокод, нажимаем получить и вводим сюда наш промокод. Ребята, если у вас вдруг нету этой учетной записи, здесь, то есть вот этой вкладочки, то вы можете зайти на сайт от Михуё и там ввести промокодик. То есть мы там заходим к нашим аккаунтам и вводим промокод. То есть можно вводить промокоды и так, и так. Ссылочку на сайт, где вводить промокодики, я тоже оставлю в описании к этому видеоролику. Ну а я буду вводить здесь, потому что здесь у меня это окошечко есть. Ну что, погнали. Первый промокодик выглядит у нас вот так. VTPU30QWSD. Мы его запоминаем, нажимаем обменять. И он у нас введен. Обмен произведен успешно, теперь заглянем на нашу почту, и у нас тут есть 100 камней из стоков, и получается 10 руды, это неплохо, мы ее получаем. Конечно же, со стрима нам капают всегда 300 камней из стока, но это как бы камушки никогда не бывают лишними. Второй промокодик, который выдали нам разработчики, выглядит вот так, AB7VGC9EGDAZ. Мы запоминаем его, нажимаем обменять, и он у нас, конечно же, произведен успешно. Давайте заглянем на нашу почту и видим 100 прямых геймчиков и 5 опыта. Получаем, конечно же, это все. Ну что, ребятки, а теперь приступаем к следующему промокодику от разработчиков. Заходим в эту же менюшечку, и последний промокодик выглядит вот так. WT7D3CQEHVBM. Мы его запоминаем, погашаем его. Он у нас введен успешно, конечно же, как может быть не успешно. И мы получаем 50 тысяч моры и 100 примагемчиков. Получаем это все. В итоге мы имеем 300 примагемов, 500 тысяч моры, 5 опыта и 10 руды. В принципе, я считаю, круто. А еще, ребятки, я вам хочу сказать, какие баннеры будут в обновлении 2.5, которые сменят наши текущие баннеры. Это у нас будет в первой половине баннер с Я и Мика, а вторая половина это два рерана персонажей Райден Сёгун и Какоми. Конечно, я немножечко расстроилась, потому что как-то давно сливщики говорили, что будет Кадзуха. Я на него копила, но, к сожалению, придется копить дальше. Но, по крайней мере, по презентации Я и Мика выглядит круто. Посмотрим уже, когда можно будет ее испытать. Ну а на этом, к сожалению, видео подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Ну а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока!